Пожар в гостинице «Санкт-Петербург» полностью потушен. Накануне из-за возгорания свыше 500 человек были эвакуированы из отеля. Никто не пострадал. По предварительным данным, источником огня мог стать строительный мусор на техническом этаже. Точную причину пожара в гостинице «Санкт-Петербург» предстоит выяснить дознавателям. Вообще в гостинице проводится ремонт в одном из крыльев и на этажах. Довольно масштабный такой серьезный ремонт. И в том числе и в тех этаже тоже лежал этот строительный мусор. Какие-то работы проводились, что-то конкретно, кто виноват и так далее. Сейчас дознание устанавливает. Вот. Но то, что там не должно было быть мусора, это понятно и так. Поэтому вина, скорее всего, какая-то человеческая. В настоящее время все постояльцы вернулись в свои номера, также восстановлено электроснабжение гостиницы. Добавлю, что в тушении огня были задействованы 144 человека и более 30 единиц техники. Мне кажется,